самые прекрасные тротуары в мире. Всем привет! Меня сегодня знакомая пригласила быть волонтером. Мы будем кормить пенсионеров и людей первой группы инвалидности. Посмотрим, что из этого выйдет. Зачем дёрг трассу, если у нас есть такие тротуары? Не надо ездить. Итак, вот домик. В нем сейчас будет раздаваться еда. Сейчас ждем главного по этому домику. И начнем. Ну, я как всегда чуть-чуть раньше приехал. Вот табличка. Бесплатное горячее питание для бабушек и дедушек. Обед без бед. Время работы ежедневно с часу до двух. Проект осуществляется при поддержке ресторанов Киева и прекрасных волонтеров. Вот правила проведения такового. Ну, сейчас ждем Свету и будем делать что-то очень хорошее, важное и, главное, позитивное. А вот мой байк. А вот и Светлана. Привет. Привет. Да что? Добрый день. Ну, рады, что мы уже на Садурова. Ну, хоть что-то хорошее. Опа, а что это с тобой не так? Что? А что это не энергетик? Ну не хочу. А должен его хотеть? Что? Должен с энергетиком был быть. Как правило, я тебя только с энергетиком вижу. Вы на обед к нам? Да, есть. А завтра принести? Да, конечно. Или можно, я только буду брать это. Сегодня плову? Сегодня плову первое. Может, один плову кулечек нужно? Нет, мы вам баночку дадим, какой кулечек. Ну, не переживайте. А она чистая, может, я возьму, пойду помоюсь? А мне две порции. У вас еще две порции. Ну, нам бы такие банки подарили. Нам такие банки принесли сами пенсионеры. Я знаю этих пенсионеров. Из декабря месяц. И вот чистая. Даже с ноября. Это волонтеры, видимо, приносили. Хватит, хочу баночку. Нет, у нас еще судочки. Судочки мелкие, да? Ну, если у вас две порции, то вот такой вот. Это уже волонтеры дали. А у вас же, у нас сегодня два блюда. Я часто не знаю. Ну, одну порцию насыпем вам в баночку. Итак, мы сейчас находимся возле домика с раздачей еды. На воскресенке. На воскресенке. Это Света, она куратор этого домика, и она сейчас вкратце нам расскажет, что мы сейчас будет здесь происходить и что мы будем делать. Привет. Я куратор домика на Воскресенке, улица Курнатовского, 7А. Мы каждый день кормим бесплатно пенсионеров горячими блюдами. Еду нам готовят рестораны. Доставляет все такси. Благотворительный фонд называется «Жизнелюб». У нас есть несколько проектов. Как для молодежи, так и для пенсионеров. На гидропарке у нас находится кинотеатр для пенсионеров, куда вы можете приходить каждый день, абсолютно бесплатно смотреть мастер-классы, участвовать в мастер-классах, смотреть кино. Всегда есть угощение, всегда там у нас очень весело. Так я понимаю, это все абсолютно бесплатно? Это все абсолютно бесплатно. Это благотворительный фонд, частный, называется «Жизнелюб». Мы называемся проект «Обед без бед». Угу. Для инвалидов и пенсионеров. Ну, сейчас посмотрим, что оно будет. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Ты поможешь нам? Я помогу, честно.
Итак. Привет. Боже, как хорошо, Настенька. Привет, я Ира. Мадам. Она мне Оля прислала. Отлично. Как все блюда, Оля, да? Да, все блюда. Ложечку понимаете? По порядку. Бо я понимаю, что даже это надо будет отбросить. Да не я, Ленька, будь здесь, стой свои пальцы. А могла бы, Начинаем? Так. Вот сюда мне вкусно. Кому плохо? Пошли в очередь. Вот, короче, вот еще один мерный стакан есть. А вашу? На суп. Она мне закрыла. Да, спасибо. Возьмите, пожалуйста. Три. Это суп? Спасибо вам. Пожалуйста. Одну. Давайте на суп открывайте дальше баночки. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите немножечко сюда, пожалуйста. Проходите, мы сейчас дадим вам плов, да, получаете хоть еще шаг. Давайте на суп, пожалуйста. Суп. Наш суп. Плов. Наш плов. Кидайте. Здравствуйте. Сюда. Там мы же хотим вам побольше дать. Да ладно, вот. Ну, побольше, в смысле, порцию. Мы же стараемся для вас, понимаете, как в лучших ресторанах. В лучших ресторанах как раз порции маленькие. Богдан, вот у нас есть Богдан, и он называет. Да. Вам было, да, это суп? И это плов. Богдан любит как досыпать. Угодно, да? Итак, волонтеру мы помогли. Ощущения реально классные. Мы покормили более 80 пенсионеров и инвалидов первой группы. Настроение просто супер. Есть такое состояние, что ты реально сделал что-то хорошее. Мне это реально понравилось, и я буду пытаться по возможности помогать всячески. Ездить в домики, не только в этот, по Киеву их очень много. Ссылочка на эту организацию в описании. Проходите по ссылочке, посмотрите, может, вы чем-нибудь сможете помочь. Но это реально очень хорошее. Он и белка. Белка, белка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Это была серия в формате влога. Короткая.